Всем привет! Сегодня мы приехали на рынок Манхэттен с ребенком найти ей головной убор, так как мы искали в разных магазинах подходящий, не нашли. Сегодня приехали на этот рынок прекрасный и вам расскажем и покажем ему его. С центра города можно добраться к нему на 10 трамвае или на 12 трамвае и выйти на остановке Калантая. Пойдемте посмотрим. Пойдемте. Этот рынок. Да, мне надо очень головной убор, потому что у меня головка уже сгорела. Сгорела, уже надо найти головной убор. Пошли искать его. Вот сам рынок, мы входим. Идем искать ребенку головной убор. На улице сегодня очень-очень жарко. Видите, здесь есть и овощи разные, и много одежды здесь есть. Это рынок больше, чем Тужин. Только есть кепки, но кепки нам не подходят. Нам нужна шляпка, да, с полями. А по ним там, вон, смотри, какие-то шляпки есть. Смотрите, много разных. И халатов можно купить, и на лето разные сарафанчики пляжные. Ой, картины здесь продают. Смотрите, какие красивые. Статуэтки. Статуэтки, все старинные. Вот шляпки. Какие-то просто взрослые. Выпечка есть разная. Грузинская выпечка. Армянско-грузинская, да? Такие вот разные цветы можно купить для украшения дома. Ёжик для сада, да, собачки всякие красивые. И стекла. Рынок большой. Здесь можно ходить, ходить, ходить. Ходить и выбирать. Мы будем сегодня ходить и выбирать. Правда, очень жарко. Сильно не находишься. Магазин с сумочками. Да? Магазин, прилавочки с обувью. Даже магазин с игрушками есть. С разными. Большой игрушечный магазин. Детская одежда. Вот. Бижутерия всякая. Здесь купальник. Куча-куча всяких. Можно найти для дома. Все, что нужно, скатерти. Занавески, постельное белье. А, вот мы здесь можем и найти. Это наш, наверное, любимый магазинчик. Мы здесь покупали Марине костюм. И, скорее всего, что здесь найдем шляпу, да? Ну, пошли. Называется магазинчик. Смотрите, какой классный. Тут есть все. Называется мини-мода. Нам тут очень нравится. Мы уже здесь не единожды покупаем что-то. Но сегодня мы хотели бы шляпку купить. Но тут нет марингового размера, только есть кепки. Кепки нам... не очень хочется, нам бы хотелось шляпку с полями, да? Да, чтобы лицо защищено. Да. Ну, пойдем поищем. Но тут есть вообще такие туники на деток, такие костюмы классные. И цены тоже хорошие. Так что, если кому надо для ребеночка что-то купить, можете приходить. Не? Ну, пошли искать шляпу. Я так понимаю, что надо искать для взрослых уже, в магазине для взрослых. Да. Да? Да. Тут ниточки можно купить, резинки,
бисер, много спрашивают, где купить бисер. И здесь, по-моему, даже ремонт у Надежды есть. Итак, мы определились, пришли опять в этот магазинчик, чтобы купить шляпу. Марина захотела все-таки такую. Померяй еще раз. О, давай со спайдерменом. Это, наверное, сзади должно быть, по идее. Нет, сзади. И оно сзади будет висеть. И вот так. Вот. А ну посмотри на меня. Вот, красиво очень. Все, берем такое. Все, идем расплачиваться. Такой магазинчик классный. Здесь работают украинцы. Это их магазин. Выбор супер. Смотрите, для деток просто можно найти все-все-все. Все стильное, модное. Цены классные. Все очень красиво. Мы здесь нашли себе шляпочку. Ой. А сколько такие шорты? 64. Ну, это так регулярно. Классно. Супер, да? Мы еще придем за шортами. Да. А, это 20 часа из сукни. Такие нарядные у них. Еще такой классный магазинчик. Мы здесь были, уже мы здесь покупали ребенку. Вот здесь мы нашли ей шляпку. Покажись нам всем. Красивая. Выбор, вы видели, одежды очень разнообразные, очень красивые. И цены доступные. Не совсем дешево, но и недорого. Здесь такие классные юбки есть. Кто-то спрашивал, да, где можно купить такую фатиновую юбку. Вот здесь можете купить ее. Все, пойдем дальше. Уже черешни есть. Будем расти цветочек наш. Да, будем расти цветочек наш. Все, пошли уже. Шляпу выбрали, можно идти домой. В этом рынке можно найти абсолютно все. Он большой. И цены здесь хорошие. Так что можете приходить. И можно одеть всю семью. Качество здесь тоже очень даже неплохое. Все, всем пока-пока. Всем пока-пока.